Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, продолжаем прохождение Jagged Alliance. Наша команда, ну вот видно, Иван круче всех, сильно оторвался от общей команды. Также у нас появился Magic. Так, выключу музыку. Ну и все, ложимся спать. That's it. We're running at full capacity. Do whatever you have to do. But if we don't do something immediately, we can't. The virus is spreading out of control, and we have to do something immediately. Ну вот, продолжать нам промывать мозги, что, во-первых, у нас не хватает фабрик, нам нужно брать третью фабрику, причем срочно. Во-вторых, появился вирус, который нужно лечить. И в прошлый раз мы как раз принесли цветки, которые позволят это сделать. Так, ну в этот раз сконцентрируемся на секторах, которые вот у нас с водной преградой, а потом будем брать фабрику. Да, это все понятно. Так, ну ладно, перейдем к команде. Так, ну здесь нам придется положить всех в больницу лечиться, потому что у нас вот Magic только в день выхода сразу получил по полной программе. Фидели, наверное, надо будет полечить. Иван, в принципе, ничего в норме. Ну и Айса я не могу положить, потому что нужно хотя бы двое, чтобы как-то маневрировать на карте. Поэтому придется Айса с Иваном оставить, остальные будут пока лечиться. Спек со Спарки, как всегда, ремонтирует, доктор лечит, ну и наш ослик-переносчик наших вещей, Гамос местный, он, собственно, в строю будет нам помогать. Все, кто у нас отсутствует, будут, соответственно, пока лечатся, будут сдавать свою броню на ремонт, оружие на ремонт. Приготовим коктейль Молотова. У нас, по-моему, только каких-то ингредиентов, у нас масла не хватает. Вот. Ну и в ремонт, вот поскольку особо чинить нечего, пока подкинем бесполезных гранат, их хоть как-то реанимируют. Так, заканчиваем. Что у нас с финансами? Давайте посмотрим. А с финансами все хорошо. 2500 мы вышли из минуса. Так, ну а теперь немножко о тактике. Сегодня никуда соваться не будем, возьмем спокойно два сектора. Ну а дальше захватываем фабрику и захватываем вот это вот, я называю, кишка. До упора вниз и обратно вот этот вот полуостров берем. И остается у нас только непосредственно остров Сантино, который будет самой интересной частью игры. Ну и как раз по ходу у нас там будет четвертая фабрика, и к моменту взятия острова у нас будут работать все четыре фабрики, так что мы сможем нанять Майка. Так, ну все, начинаем. Хорошо, хорошо. Выдвигаемся в сектор налево. Берем его и, скорее всего, сектор вверх. Пока на фабрику вдвоем мне не хочется рисковать. Все-таки каждая фабрика достаточно неплохо укреплена, и вдвоем, мне кажется, тяжеловато будет ее брать. Так, давай, Иван, вся надежда на тебя. Ну вот уже началось. Не успели мы прийти. Ребята выходят из подъезда, начинают нас встречать странными вопросами. И самое главное, вот это очень неудачный сектор. Здесь особо не разойдешься, не разбежишься. Нас, с одной стороны, ограничивает здание достаточно большое, а с другой стороны, водная преграда. И нам как-то все равно надо кучковаться, и не взяли бы сейчас нас в клещи. Так, ну давай, добивай, Иван. Угу. Мимо. Так, отлично. Минус один. This very strange. Somebody make bridges here. These bridges new. Хорошо. Так, ну попытаемся зайти в здание, хотя я боюсь, что без ключника нам это не получится. Да и гранат у нас
особо нет. Один коктейль Молотова про запас. Я боюсь, как бы не маловато нам было. Ага, хорошо, отлично. Хорошо. Открыто. Хорошо, хорошо. Йоу. Да? Хорошо, хорошо. Так, хорошо, ну тут, хорошо. Наверное, больше никого нет, судя по звуку. Ну вот, закрытая дверь. Йоу. Пока трогать не будем. Cool. Ключей Nothing. Здесь тоже нет. Cool. А аптечка, кстати, очень удачная. По-моему, да, точно, я забыл взять аптечку еще, плюс ко всему. Хорошо, хорошо. Но у меня получается, что в каждой серии я что-то забываю взять. Уже просто таблетки пора хорошо, принимать хорошо. Для улучшения Йо. Памяти. Cool. Так, ну пусть Майса, наверное, вниз, mm-hmm. а Иван пойдет разведывать наверх. Может быть, там есть ключи. Ну, может быть, заодно и хорошо, врагов хорошо. Кого-нибудь подстрелят. Хорошо, хорошо. Йоу. Cool. See you, dude. А вот наш гость. Cool. Так, попытаемся снять, наверное, мимо. Да. Неудачно я встал. Да? Угу. Ну что, коктейль Молотова? Хорошо, хорошо. Вариантов больше я не вижу. Йоу. Cool. Ну, айс, давай. Молодец. Отлично. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ну тут, наверное, еще кто-то есть. Сейчас попробуем найти. Йоу. Тут, конечно, закрыто. Я так подозреваю. Ну да. Да, без мэджика, конечно, тяжеловато. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас посмотрим, что с нижней дверью. Я боюсь, что тут тоже, наверное, хорошо, закрыто. Хорошо. Да. Ну, все, коктейль Молотова, больше вариантов нет. Хорошо, хорошо. Все, идем тогда наверх. Хорошо, хорошо. И разносим все. К ядрине фини. Йоу. Ну, айс пойдет посмотрит. Но я думаю, что там никого нет. Скорее всего, кто-то в верхнем здании сидит. Сейчас попробуем его снять. Хорошо, хорошо. Йоу. Cool. Cool. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну вот, самый лучший ключ. Там наверняка кто-то есть. Хорошо, хорошо. Я вижу что-то. А, вот, хорошо, по крайней мере, ключик есть. Уже хорошо. О, вот, вот и наши враги. Хорошо, ну? Хорошо. Вот он. Угу. Угу. Отлично. Это местность. Все, прекрасно, отлично. Хорошо, хорошо. Ну, теперь хорошо, вот, хорошо. Что называется, будем исполнять роль ключника. Сейчас соберем все эти хорошо, ключи, хорошо. Постараемся открыть хорошо, все хорошо. Здания. Там ящики еще должны быть какие-то снизу. Хорошо, сейчас хорошо. Все найдем. Ну, понятно, хорошо, это хорошо. Не нужно. Это пригодится. Так, ну все, начали собирать ключи. Сейчас найдем все. Постараемся открыть нижний склад, вот этот. Ну вот это мы открыли. Кстати, я вот хорошо, тут решил хорошо. Показать, как выглядят записки в реале, как они находятся. Ну вот лежит кусок бумаги, хорошо, поднимаем хорошо. Их. RDVU.
Ну, а в смысле записки я рассказывал чуть раньше. Вот так вот случайным образом находим записочки, иногда они выпадают из врагов. Ну и, в общем, по ним определяем, когда будут поставки оружия. Тут есть еще записочки, они позволяют открыть сейф в конце, но мы обойдемся и без них. Так, сейчас вот осталось вскрыть несколько ящиков. Тут вот Ивану удалось достать взрывчатку, что просто редкость без Фиделя. Обычно без Фиделя обязательно кто-нибудь подрывается. Но вот раз повезло. Так, ну вроде все. Двигаемся в следующий сектор. Йоу. Хорошо. Так, ну вот, нам, в принципе, повезло. Я вот называю это везением. Когда, входя в сектор, мы сразу видим одного врага. Мы можем его легко снять, тем самым уменьшаем на одного, на двух вражин в секторе. То есть нам не нужно будет тратить время на их поиск. Обычно у нас хватает меткости для того, чтобы снять прямо сходу. Ну вот, нам повезло. А тут вот я с Иваном, конечно, немножко лоханулся. Я забыл поменять фомку и пистолет. Хорошо. Видимо, Иван решил подойти и вскрыть ему кепку этим самым ломиком. Вот, но ходов, к сожалению, не хватило. Small house be new. It be in strange place. Maybe bad man. Так, ну, используем нашу хорошо работающую тактику, разделимся. Хорошо. Иваном пойдем справа, а Айсом перейдем по воде хорошо, в узком хорошо. Месте и попробуем зайти слева. Так мы и сократим время и одновременно сможем друг друга прикрывать с разных сторон. Ну вот, враг нас не увидел, отлично. Он пошел наверх, сейчас мы его будем догонять. А Айсом пока спрячемся в листве. Я не исключаю, что кто-то в этом домишке живет. Хорошо, так хорошо. Что придется его сейчас оттуда выкуривать. Хорошо, хорошо. Ну, пока что-то никого. Убежал, видимо, наш друг в красном. Да? Так, ну вот уже практически мост. Хорошо, хорошо. А его не видать. Может быть, он уже перешел на другую сторону. Сейчас посмотрим. Хорошо, хорошо. Йоу. Ку. Так, немного восстановим ходы. Ку. Да. Ну, чтобы восстановить ходы, обычно я 1-2 хода пропускаю. Хорошо, у них накапливается энергия. Хорошо, и они имеют опять максимум ходов. Хорошо, хорошо. Нам торопиться некуда, поэтому можем себе такое позволить. Так, где-то здесь он сидит. Хорошо, хорошо. Йоу. Тку. Странно, что пропал куда-то. Тку. Только что был здесь. Хорошо, хорошо. Мадер. О, наконец-то, вот он. Прям в упор. Йоу. А мы его не видели. Ух, Айс, молодец, просто ураган. А, еще один в доме, наверное. Да? Сейчас посмотрим. Точно. Да? Нет. Они, видимо, там, в глухом лесу. Но все равно стоит удачно. Угу. Все? Хорошо. Еще. Да? Не, в доме, похоже, никого нет. Все в лесу. Вот, берета хороша. Позволяет сделать 4-5 выстрелов в заход. Замечательно просто. Просто отлично. Ну, все, добили. Ну, вот, наверное, это последний. Хорошо. Да сколько их тут, а? Йоу. Так, Айс, отходим. Отходим, отходим, отходим. Мадер. Вот он. О, как удачно Иван встал. Всех поймал. Айс у нас приманка.
Ну, а Иван добивает. Хорошо, хорошо. Ну все. Йоу. Давай, Айс, на тебя вся надежда. Ку. А, испугался. Все, селенок не осталось. Да? Хорошо, хорошо. Ну все, это надолго. Сейчас догонять его. С ума сойдешь. Хорошо. О, отлично. Йоу. Иван, давай. Ку. Ты должен. Вот он. Ну, должен попасть. Еще раз. Хорошо. This is an... Ну, замечательно. Cool. Так, ну все. Забираем немножко предметов. Тут вот хорошая броня есть. И записка. Это вот как раз вторая часть записки, найденной в предыдущем секторе. Обе они формируют полную поставку. Так, ну все, перекидываем войска, и больше делать нечего. Компрессим время. Ждем окончания дня. Мы, в принципе, минимум сделали. Захватили два сектора. Сейчас, если что, отобьем все атаки. Ну и, в общем, для уровня, скажем так, outstanding, да, или там даже хотя бы excellent, этого вполне достаточно. Все отлично, конец дня. Мы взяли два сектора. Exactly только excellent. Ну ничего, это тоже нормально. Смотрим статсы. Ну, о, отлично, отлично. Иван просто растет как на дрожжах. Фидель вылечился. Ну, остальное, наверное, без перемен. Magic только тоже исцелился. Так, ну все, отлично, сохраняемся. Все, всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.